Здравствуйте, дорогие! Сегодня хочу поговорить о новом продукте, который появился у нас в бутике. Это спирулина в порошке. Чем так полезна спирулина? Тем, что в ней содержится огромное количество белка, особенно те, кто соблюдает растительную диету. Она полезна для вегетарианцев, веганов, сыроедов. Также она в себе содержит очень много антиоксидантов естественных, природных, которые борются с раковыми заболеваниями, которые предотвращают преждевременное старение. Также она еще используется для людей, у которых сердечно-сосудистая дистония и какие-то нарушения в сердечном ритме. Бывает аритмия или бывает какая-то усталость, перенапряженность. Спирулина дает такой очистительный эффект, она очистит сосуды, она выводит шлаки, она выводит токсины. И помимо всего прочего, она очень вкусная. Ведь если ее добавлять в салат, всего одна чайная ложечка в день, это максимум, который мы можем себе позволить, она заменяет огромное количество белка, также микроэлементов, витаминов. И если ее разбавить с маслечком, то она образует приятный соус вместе со специями. И этим можно заправлять салатики, можно делать смузи, можно делать коктейли на спирулине. Я обычно делаю зеленые коктейли, я их очень люблю, потому что с утра хочется чего-нибудь легкого и что очень легко усвоится и насытит меня энергией на весь день. Поэтому я беру чайную ложечку порошка, добавляю водичку, добавляю бананчик, все это взбиваю в блендере и свеженькое, сразу приготовленное выпиваю. И поверьте, заряд бодрости на целый день обеспечен. Поэтому, ребят, рекомендую очень брать этот порошок, добавлять в свой рацион. Впереди зима, впереди осень. Нам нужно всем держаться здоровыми и красивыми.